과일도 팔고 과일도 팔아요. 오늘 떠나도 부터 막 비스네. 와, 어서. 일단 이거 우즈베키스탄 전통 식당 시장이에요. 진짜 많다. 스팟 где более-менее прилично тоже. Ну, только меня, никого не трогают, меня трогают только, не знаю. Ну, нравишься ты, прям понравился. Новые, новые. Нет, я ташкентская. Она отрушится на меня в Бурабу, дорогая. Она узбек чушининде. И узбекистан, умщики, руки, юрианы, гоэ. Папая. 이렇게 길거리에서 음식을 이렇게 시장에 와서 내가 그때 얘기한 적이 있는데 이게 우즈베키스탄 음식 전통 이렇게 시장에서도 사람들이 와가지고 먹는 거예요. 아 기름 진짜 많다. 우즈베키스탄 음식에 약간 기름기 되게 많아요. 이거 슈키 슈키 고기 되게 많아. 간이누미아스 테스트. 아 말고기 생소? 오 예뻐 봐요. 이거 양고기 혀. 와. 이렇게 진짜로 신기한 게 많아요. 아까는 양고기 혀도 있고 말고기도 되게 많이 먹어요. 오 여기는 우즈베키스탄 전통 빵만 가는 거예요. 우즈베키스탄 사람들은 주식이 빵이니까. 바트. 나. 바트. 바트 여기. 네. 우즈베키스탄. 아, 이거 타타르스키. 네, 우즈베키스탄 это вариант. Вот чучвара. Я даже не знаю, что это такое. Вот это чучвара это. Да, да. Они на поминки делают. Булечку. Солтан. 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 대표적으로는 양, 돼지고기 별로 없어요. 이슬람교가 많아가지고. 우리 김인들이. 우리 이런 분 오랜만이어서. Да, вот готово вот на рынке. Купишь мясо, порежешь, готово. Нет, сейчас не вижу, что сделать. Это рынок, Узбекистан рынок. Это традиционный рынок, но сколько лет это было? Сегодня 100 лет? Завернули туда орех, изюм и мед. Хороший. Не в моем вкусе. Не нравится? Я не люблю такие. Мои кому-то подарок. Не пробуй, сам все тоже пробуй. Я по одному взял все для пробы. Санчик, 15 лет. Это что? Чай по-русски вышел, видишь, как там? Мальку. Это хонунзи. Тесто. Сделали бы, просто бы другое. Мальку.
свинину. Ты прям вот там. Хочешь кушать вместе со мной, что ли, будем? Хочешь выйти? Ты кушаешь тогда это один? Нет, я его не дам. Вы же отойти мне? На минутку я же сниму. Да, давай. Ich bin nicht so gut.